Мы находимся в селении Былым, которое расположено в Эльбрусском районе. Баксанское ущелье, дорога ведет в Приэльбрусье. Остановились, хотим показать вам точку одну. Их здесь несколько, но на одной остановимся. Так, информация как для жителей Кабардино-Балкарии, так и для туристов, которые едут в Приэльбрусье, проезжают мимо, останавливаются. И я хотел бы, чтобы Ася сказала несколько слов. Ася, здравствуйте. Здравствуйте. Так, видим сразу айран здесь. Да. Домашний. Это домашний айран. У нас каждая семья занимается скотоводчеством. Сажают капусту. Натуральный. Былым славится капустой, знаменитая капуста, значит. У вас есть в хозяйстве? Да, коров держите? Да, держим коров. Сами? Сами. И сыр делаем, и айран делаем. Ну, все молочные продукты. А вот сколько стоит такая бутылочка? Такая бутылочка стоит 150 рублей. 150. Ну, айран, не ошибешься, если возможно. Да. Это не то, что там в городе продают. Ну, не знаю, в городе, где я не покупала, у нас 100% молоко, жирное. Да, вот видно здесь вот такая желтизна есть небольшая. И кроме того, у вас, значит, здесь фрукты еще мы видим. Абрикосы, да. Яблоки, сливы. И кафе даже есть, да? Вот не хачины. То, кафе, да, наши национальные хачины на том же натуральном сыре, на натуральной закваске. Картошка, все свое. Ну, побольше вам клиентов, Ася. И вам всего. А хорошего. Вот телефон можно вот этот показать? Или не надо? Я понял. В общем, имейте в виду, здесь кто будет ехать в Приэльбрусье, можете сделать остановку. И все натуральное, домашнее. Заезжайте, купить. Будем рады. Все, спасибо.